привет 92-й бригаде, о 27-й бригаде 1-й танковой армии. Спасибо, что ебашите нас. Опа, пидорам! Ты тут забрал? Да. Я Демьян Игорь Иванович, 6.08.62 года рождения. Уроженец города Жданово Донецкой области. Находясь в СИЗО с 20-20 года, на протяжении 2,5 лет разваливался в том, что меня умышленно обвиняют в незаконном преступлении. А в сентябре месяце 22 года вызвал меня оперативник, предложил такой вариант. Идешь служить на 6 месяцев, и мы тебя реабилитируем. Или же получаешь свои 10-15 лет и поедешь в колонию. Соответственно, я согласился. Но в связи с тем, что у меня нет здоровья, я говорю, какой из меня вояка? Он смотрит, у меня один глаз левый. Я переболел туберкулезом, ноги у меня больные. Он говорит, мне нужно количество людей, чтобы было. Короче, пойдешь на подсобные работы. В итоге с тюрьмы забрали 160 человек полностью. Это там 9-я рота была, 11-й полк, 100-й полк, бригада Сомали. Вот их пополняли с нами. Так мы мочим, ёбану сепарскую фигню. Вперед, Артур, вперед! А, нахуй!
Ваше ощущение, молодой человек? Ебать, нахуй!